Внимание, легатов! Начинается последняя стадия операции «Захват фрейма спиритов». Главная цель — спираль. Она должна быть сохранена и извлечена из фрейма. Легат, сейчас твой долг — сокрушить спиритов. Но в нужный момент готовься принять верное решение. Наши догадки подтвердились. С этой планеты в Спанж был послан сигнал с синтезированным сознанием. Его принял фрейм Роутер, где появился император, стремящийся уничтожить исход и возврат. Бич Спанжа был рожден здесь, стараниями нашего нынешнего союзника. Отряд наступает первым. Твоя задача — закрепиться на плацдарме и отражать контратаки врага, пока не будет готов наш специальный робот Голем. После этого переходи в наступление и уничтожь защиту фрейма. Тогда он и его спираль будут нашими. Свободные люди возврата снова увидят раздавленных спиритов, как сотни лет назад. В твоих руках оружие великой победы. Генератор в режиме ожидания. Монтаж сборочного модуля начат. Механический цех заложен. Мобильная платформа в режиме ожидания. Запущен протокол трансформации. На базе построен сборочный пси-кристалл обнаружен. Команда производства обработана. Повреждено аква-ядро. Генератор на связи. Орудийная позиция под ударом. Команда производства обработана. Генератор на связи. Отряд легких роботов собран. Аква-ядро в режиме. Смена позиции. Противник атакует аква-ядро. Дрифтеры трансформируются. Передислокация. Электроорудие повреждено. Восполнен запас энергии. Передислокация. Отряд легких роботов под ударом. Генератор на связи. Кластер в режиме ожидания. Режим ожидания. Аква-ядро в режиме ожидания. Легкие роботы атакуют. Склад. Новые координаты. Аква-ядро атакован. Склад. Новые координаты. Склад. Боевое задание. Склад. Под огнем противника. Генератор в режиме ожидания. Склад. Новые координаты. Легкие роботы атакуют. Легкие роботы атакуют. Склад. Новые координаты. Кластер в режиме ожидания. Аква-ядро в режиме ожидания. Режим ожидания. Противник атакует аква-ядро. Легкие роботы атакуют. Передислокация. Генератор в режиме ожидания. Готовность к бою. Передислокация. Мобильная платформа в режиме ожидания. Трансформация в аква-ядро. Генератор в режиме ожидания. Повреждено аква-ядро. Позиция зенитного комплекса задана. Зенитный комплекс под ударом. Зенитный комплекс монтируется. Готовность к бою. Зенитный комплекс готов. Повреждено аква-ядро.
комплекс под ударом. Позиция зенитного комплекса задана. Склад. Постановка задачи. Возведен зенитный комплекс. Атакован зенитный комплекс. Склад. Постановка задачи. Повреждено акваядро. Передислокация. Режим ожидания. Исследовательский центр на связь. Начался апгрейд главного модуля. Склад. Боевое задание. Зенитный комплекс поврежден. Легкие роботы атакуют. Акваядро атаковано. Двигатели в пути. Кластер эволюционировал. Разрушен зенитный комплекс. Генератор на связи. Позиция зенитного комплекса задана. Акваядро в режиме ожидания. Зенитный комплекс. Кластер на связи. Начался апгрейд главного модуля. Зенитный комплекс под ударом. Акваядро атаковано. Готовность к бою. Зенитный комплекс уничтожен. Отряд легких роботов под ударом. Быстрее уничтожен. Склад. Боевое задание. Разрушен зенитный комплекс. Склад. Боевое задание. Склад. Уничтожен. Зенитный комплекс под ударом. Быстрее уничтожен. Склад. Боевое задание. Повреждено акваядро. Склад. Под огнем противника. Дрифтеры уничтожены. Мобильная платформа в режиме ожидания. Фабрика на связи. Механический цех задействован. Запущен протокол трансформации. Противник атакует акваядро. Акваядро разрушено. Зенитный комплекс поврежден. Режим ожидания. Кластер в режиме ожидания. Готовность к бою. Зенитный модуль потерян. Дрифтеры трансформируются. Передислокация. Легкие роботы атакуют. Повреждено акваядро. Дрифтеры получили цель. Дрифтеры атакованы. В отряде легких роботов потери. Дрифтеры получили цель. Склад. Боевое задание. Дрифтеры в пути. Легкие роботы атакуют. Склад. Уничтожен. Противник атакует акваядро. Запас энергии восстановлен. Склад. Под огнем противника. В отряде легких роботов потери. В отряде легких роботов потери. Склад. Постановка задачи. Склад. Боевое задание. Акваядро атаковано. Склад. Под огнем противника. Склад. Уничтожен. Дрифтеры уничтожены. Фабрика на связи. Акваядро в режиме ожидания. Начата сборка зенитного модуля. Повреждено акваядро. Команда производства обработана. Зенитный комплекс под отряд легких роботов собран. Голем получил координаты. Режим ожидания. Дрифтеры получили цель. Ожидание приказа.
Акваядро атаковано. Трансформация в Вайпер. Фабрика на связи. Склад. Постановка задачи. Кластер в режиме ожидания. Генератор на связи. Зенитный комплекс монтируется. Акваядро атакует. Голем меняет позицию. Склад. Постановка задачи. Зенитный комплекс под ударом. Зенитный комплекс на позиции. Дрифтеры атакованы. Разрушен зенитный комплекс. В отряде легких роботов потери. Голем атакует. Голем меняет позицию. Дрифтеры уничтожены. Голем атакует. Голем меняет позицию. Склад уничтожен. Акваядро атаковано. Дрифтеры атакованы. Зенитный комплекс под ударом. Голем получил координаты. Голем атакован. Уничтожить цель. Голем получил координаты. Исследовательский центр на связи. Конденсация заряда. Нанесены повреждения. Дрифтеры атакованы. Получил координаты. Уничтожить цель. Передислокация. Шок и разрушение. Голем получил координаты. Конденсация заряда. Это великая победа! Гнездо зла наконец выжжено! Спириты развязали эту войну, а теперь ждут суда. Эти фанатики заклинали бы людей сказкой о новой земле, пока она не раскололась бы у них под ногами. Мы спасаем и спиритов, и их рабов, хотя они недостойны того. Спираль наша... Но главный бой впереди. Портал в психосферу почти построен, а время этой планеты истекает. Легат, немедленно следуй к нашему фрейму, где получишь мой новый приказ. Легат, время близится. Знай, что заражение планеты Информбом не случайность. Передача сигнала с сознанием Императора создала сильную аномалию – пробой в спанже. Она привлекла спанж-вирус, зародыш Информа. Потом эту аномалию увидели и спириты и приняли ее за портал на свою новую землю. Не будь подобен слепым спиритам, которые наверняка знали правду, но не хотели ее признавать и проиграли. Люди на этой планете – последние из человеческого рода. Разве ты не видишь, насколько высока ставка и какова цена ошибки?